Всем здорово, народ, с вами Вова. И сегодня мы с вами снова будем играть в Майнкрафт на серии Real World, да. И сегодня со мной мой друг, которому я вступил, кстати, в клан за 100 рублей, Evil Pro. Поздоровайтесь. Всем здорово. И сегодня я буду так брать интервью у Evil Pro, буду задавать ему всякие вопросы и все такое. А какие вопросы задавал, посмотрите дальше видео. А мы начинаем. Погнали. Артём, слушай, вот как ты начал свою карьеру Ютуба и для чего? Чтобы там поговорить с друзьями, зайти друзей или что-то и этого? Интересно просто. Ну, я её начал, потому что у моего друга Декса появился канал, и мне захотелось тоже заниматься этим делом. Вот. Впечатляет. Как-то вот так вот. Второй вопрос. Как ты завёл друзей? Декса, Крейзи Бобу, там, Стергня, Мегаса. Ну, вообще, если... Сейчас, вот так вот. Ну, вообще, если... Ну, вообще, если взять всех, то... В принципе, остальные, кроме Декса, это мои соклановцы. Они вступили просто в клан, и мы с ними начали общаться. Так. Ну, Богом. А с Дексом мы... тут никто мешает, сейчас, секунду. Но с Дексом мы начали общаться еще с раннего возраста, еще, ну, уже общаемся с ним где-то 12 лет, и как бы да. И по сети вместе снимаем видео, играем в Майнкрафт. Не было. Третий вопрос. Как ты познакомился с Домером, и как ты нашел сервер Real World? С Домером я познакомился через Пухлиша. У Домера, то есть, вышло видео, где он позвонил маме... И, в общем-то, мне стало интересно посмотреть это видео, где он позвонил маме читера прямо на стриме, и мне стало вообще потом интересно смотреть Домера, а уже от Домера я узнал про сервер Real World, и как-то так получилось, то, что я начал на нем снимать, и Домер снял про меня видео, как он мне донатил прямо на стриме за уборку в комнате. Это, кстати, я да, видел этот момент. Точно-то я так вот сейчас встретил Evil Pro, вступил к нему в клан, задонатил ему 100 рублей, потому что он так берет. И теперь я у него, и теперь я с ним болтаю. Ну, в принципе, логичная ситуация. Четвертый вопрос. Господин Артём, вы хотели иметь себе девушку, да или нет? Если бы хотел иметь, то какую бы взял? Если ты не живу в Майнкрафте, ну, честно, я не знаю ответа на этот вопрос сам. В общем-то, наверное, нет. Пока что нет. Пятый вопрос. Артём, ты хотел когда будешь взрослым, то куда бы ты хотел переехать и что бы ты хотел себе иметь? Ну, переезжать я именно из своего села, в котором сейчас живу, не хотел, но хотелось бы иметь в будущем какой-нибудь мощный компьютер и иметь канал, на котором много подписчиков, и снимать классные видео, да. Mm-hmm. И как бы зарабатывать на жизнь. Понятно. Вот так вот. Шестой вопрос. Артём, ты хотел, когда будешь взрослым, будешь иметь где-то 19, а то и 20 лет, хотел бы ты ко мне приехать больше в Испанию, так, по гостинцу? Ну, этого я не знаю. Там как общаться будем. Но сейчас я не могу тоже на этот вопрос ответить, но смотря как будем общаться, вот. Поэтому. Седьмой вопрос. Артём, ты с какими ютуберами сейчас знаком? Из популярных, у которого тысячи и миллионы подписчиков. Знаком с Домером, мы с ним общаемся, да. Ну, и также знаком там с Грекселом, я с ним видео снимал, с Луфайером знаком, с Бефом знаком, вот. Но есть еще люди, с которыми я просто сидел в Дискорде, это Нел, Зенни, вот, я с ними в Дискорде сидел, ну, как бы они меня знают, но мы как бы не общаемся, просто мы как бы знаем, и все друг друга. Ну, а вот я перечислил до этого тех, с кем мы вот, ну, реально общаемся и переписываемся. Угу. Вот. Поэтому. Восьмой вопрос. Артём, слушай, если бы у тебя была куча денег, к примеру, там, миллион долларов или рублей, что бы ты взял на эти деньги? Купил бы оборудование себе или хату? Ну, я даже не знаю, наверное. Ну, если бы сейчас у меня были бы деньги, мне бы от этих денег хватило, ну, от силы 1300, не больше 300 тысяч. Это чисто на оборудование и вообще на... Ну, наверное, да. На эти 300 тысяч я бы купил оборудование, а остальные деньги... Ну, может быть, еще на 50 тысяч я купил бы рекламу какую-нибудь, вот. И все. А остальные деньги либо бы копил бы просто, ну, просто бы отложил бы, либо отдал родителям, вот. Потому что у меня столько денег...
Ну, это прям слишком много. Девятый вопрос. Артём, ты у кого-то покупал спонсорку там у известных ютуберов? Всё к вам. И когда-то был в команде у них? Спонсорку нет, я не покупал, да и вроде как в команде тоже не был, нет. И финальный, десятый вопрос. Артём, насколько у тебя куплено оборудование, какая у тебя клава, мышка, какой моделью, и комп, ты его брал сам или сам собирал лично? И как скачивал Windows? Ну, вот, насчёт, ну, тут прям целая история. То есть всё моё оборудование стоит, ну, где-то в районе 130 тысяч. Из них компьютер 60, который, как бы, я собирал сам, вот, как бы, да. Сами девайсы, микрофон, клавиатура, мышка, это где-то выходит, ну, где-то в 1030, вот. Ну, плюс в камеру, это я ещё не учитывал, вот. Это получается уже, ну, прилично. Потом стол. Стол стоит у меня 40 тысяч, вот. Тысяч так 40. А, вот, клавиатура у меня Red Dragon 60%, мышка Bloody A7, коврик Bloody, наушники Bloody, гарнитура, микрофон FineFine T669, ну, веб-камера Logitech старая, вот. Также у меня тоже Logitech, если что. Извиняюсь, еще приеврою, но у меня тоже Logitech. Угу. Вот, также один монитор от фирмы Fujitsu старый, 1600x900. И второй монитор от Digma, вот. Неплохой Full HD, но мне нравится. Кольцевая лампа также есть, хромакей есть, который я не использую, вот. Ну и это, наверное, всё. Мы узнали ли все 10 вопросов, которые я хотел. Короче, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также на Артёма подписывайтесь, ссылка на его канал будет в описании. После Нового года, может, еще одно интервью сделаем. Только не я у него, как сейчас, а он у меня. Давайте. Ну что, всем... Быть. Ну да, может быть. Ну что ж, давайте. На этом все. С вами был я, Вова и Артём. Всем пока. Всем пока. Пока-пока.